Я считаю, что мы очень оторваны от окружающего мира. И многие из нас виновны в эгоцентрическом мировоззрении. Мы приходим в мир и забираем все его ресурсы. Считаем, что имеем право искусственно осеменить корову, а после родов взять и отнять теленка. Несмотря на ее крики и страдания. А после берем молоко, нужное теленку, и наливаем себе в кофе или хлопья. И я думаю, нас пугает сама идея изменений. Ведь для нас отказаться от чего-то привычного – это жертва. Но ведь человеческие существа так изобретательны, креативны и гениальны. Стань любовь и сострадание основой наших действий. Мы сможем создавать, развивать и внедрять изменения, которые принесут пользу всем живым существам и природе.